Продовжує наш ефір ще один матеріал до 20-річчя Інтера. Щороку День перемоги на Інтері – це справжнє свято. Тематичні концерти б'ють рекорди перегляду. Кожен третій українець святкує 9 травня разом із нашим каналом. Ми також знімаємо документальні фільми, відновлюємо занедбані пам'ятники. Цього року зібрали карту вулиць, названих на честь героїв-визволителів. Для нас важливо, щоб ветерани розуміли, їхній подвиг не забутий, їхнє життя не марне. Інтер розпочинає серію матеріалів, присвячених тим, хто пам'ятає кожну мить війни та знає справжню ціну миру. Перший сюжет рубрики «Люди перемоги» про життя за межею можливого. Два года назад впервые в эфир программы «Утро с Интером» вышла новая рубрика «Люди победы» — это невыдуманные истории ветеранов, истории настоящего человеческого героизма и мужества тех, кто помнит войну. На берегу 1000 человек лежит, раненые, убитые, и меня просят: убей меня, братику, дай мне скорее скончаться, а не мучиться. Эти слова, которые я слышал, они меня убили. Героям нашей рубрики уже за 90. Многим нелегко даже просто высидеть во время интервью, а уж тем более ворошить в памяти самые страшные моменты жизни. Год назад, в день освобождения Украины от гитлеровских захватчиков, рубрика «Люди победы» вышла за рамки эфира. Мы издали одноименную книгу. 100 историй, 100 судеб людей, которые в 40-х, не жалея жизни, как могли, приближали победу. Человек не забыт. Когда человек забыт, никому не нужно. А когда что-то появляется, книга, альбом, то это всегда воодушевляет, и жизнь продолжается. В этом году ко Дню Победы небезразличные киевляне при поддержке телеканала «Интер» установили в столице вот эту скульптуру. Это собирательный образ людей, которые завоевали победу. У памятника есть реальные прототипы. Герои нашей рубрики и книги – Анна Коломейцева и Иван Селифонов. Оказывается, что вы запланировали вот такое мероприятие. И, значит, сооружение памятника и мое участие в этом деле. И я доволен. Память – это очень нужна нашим детям, внукам, правнукам. Ивану Ивановичу 93, а он по-прежнему болеет самолетами. Генерал-майор авиации в отставке в годы войны 375 раз поднимал в небо истребитель. Сбил 8 вражеских самолетов. Несколько раз подбивали, самолет не горел. У меня на моем теле нет царапин. И главное, самолет меня выручал во всех воздушных боях. Анна Федоровна на войне была радистом. Работала с военачальниками Рокоссовским, Чуйковым, Коневым. Была рядом в тот момент, когда генерал армии Ватутин получил смертельное ранение. Начали нас обстреливать. Я быстро залезла в машину, легла на дно, позвонила Пухову. Он выслал бойцов и санитарную машину. 2,5 километра мы несли в руках, а потом уже пришла машина. Сейчас Анне Федоровне 92. Недавно она перенесла инсульт, пришлось заново учиться разговаривать. Но любые жизненные невзгоды женщина до сих пор встречает фразой «Я воин, я выдержу». 9 мая Анна Коломейцева и Иван Селифонов встретились возле памятника ветеранам. Народ наш Украины помнит эту тяжелейшую войну, помнит своих участников. Я очарована. Все смотрят на меня и смотрят на него и говорят, что это очень похоже. И оказывается, как он сумел сделать замечательно. В центре Киева люди победы застыли в бронзе, как напоминание. Подвиг ветеранов бессмертен. И у нас еще есть время, чтобы навсегда сохранить память об этом подвиге. Нові листи і фото ветеранів майже щодня надходять на адресу Інтера. Всі вони потім з'являються на сайті «Наш полк».
Вже зараз там понад 14 тисяч історій. Кожен глядач може поділитися спогадами та світлинами родичів фронтовиків на нашому сайті polk.inter.ua. Це можливість зберегти пам'ять про героїв, показати, що ви ними пишаєтеся, а їхній життєвий подвиг не забути.